Невзирая на снижение курса биткоина на 15% за сутки, правительство Индии объявило, что ускоряет переход к цифровой экономике и продолжит изучение технологии блокчейн. Единая позиция в отношении криптовалют в стране еще не выработана. Так, в ежегодной бюджетной речи министр финансов Индии Арун Джейтли заявил, что правительство не рассматривает криптовалюты как законные платежные средства. При этом партнер консалтинговой компании EY India Картик Шинде сказал, инвестиции в биткоин и другие криптовалюты станут доступными для конечных пользователей, ведь правительство принимает активные меры по регулированию цифрового рынка.